Девчонки, всем огромный привет! Сегодня я хочу с вами поделиться моей очень интересной находкой из декоративной косметики. Это тени, которые от фирмы, я не знаю, фирма это или нет, называется она Parisian Beauty. Так она выглядит. Итак, почему я вообще решила купить эту палетку? Потому что когда я увидела вот этот разворот у продавца, то очень уж она мне напомнила палетку от Urban Decay, которая называется Mariposa. А если кто-то знает такую палетку, я думаю, сейчас я покажу, и вы тоже обнаружите, что очень много цветов является схожим. У меня, к сожалению, пока такой палетки нет, но я обязательно даже закажу ее ради интереса, потому что действительно хочу понять, так ли это, как мне показалось, или нет. Так выглядят оттенки теней, вы видите, насколько они яркие. И даже, кстати, есть, по-моему, палетка Urban Decay, называется она Smoked. Короче, для Smoky Eyes. Я думаю, что тоже у кого она есть, узнает здесь достаточно много похожих цветов. Итак, сначала начну с того, чем... Вообще, смешной у нее, конечно, дизайн. Посмотрите, это как бы такая записная книжечка, но если при детальном рассмотрении, если вот так ее трогать, то это похоже на очень проблемную кожу с угрями. Ну, лично мне так напоминает кожу с комедонами. Вот. И... Это, конечно, не делает эту палетку плохой какой-то, но просто дизайн у нее смешной. Не понимаю, с чем это связано, но пускай он такой и останется. А что касается самих цветов, я сделала себе уже свотчи на руке. Вот, например, оттенков теней, потому что я снимаю видео уже не первый раз. Оказывается, я первый раз тут на камеру все рассказывала, но видео сама не записывала. Так что вот записываю еще раз. Сейчас я вам еще несколько оттенков покажу, раз уж на то пошло, и обновлю остальные оттенки. На самом деле цвета пигментированы, просто у меня нет слов, насколько сильно. Сейчас вы можете это увидеть, это обалдеть какая пигментация. Безумно мне понравилось, и очень я рада, что я вообще наткнулась на эту палетку. Я оставлю вам внизу все ссылки, точнее ссылку одну, где вы можете посмотреть именно этого продавца, у которого я купила эту палетку. И также оставлю ссылку на палетку Urban Decay, с которой мне показалась она схожа. Также она мне очень показалась схожа с палеткой от Too Faced, особенно своими цветами, я не знаю, как показать, особенно своими цветами румян и бронзер. Вот если вы посмотрите, у палетки Too Faced вот бронзер и вот румяна. Что касается этой палетки, два последних цвета просто безумно похожи. Вот, посмотрите, вот эти две, не знаю, как показать. Вот эти две и вот эти две. Два последних цвета. Мне кажется, очень сильно похожи. И по пигментации, кстати, они тоже очень похожи. Я где-то сделала себе здесь свотчи, но уже их потеряла. Поэтому, я не знаю, может быть, оставлю где-то внизу эти свотчи. Ну, с другой стороны, в принципе, не имеет смысла делать, и так видно по камере, что оттенки довольно-таки похожи. Что касается вот этого ярко-розового оттенка, то он очень-очень сильно похож на оттенок. Сейчас я вам его покажу. На вот этот оттенок от Too Faced. Вот этот ярко-ярко-розовый. Сейчас я вам попробую сделать. Вот так выглядит этот розовый оттенок. И сейчас... с этой палетки, но мне кажется, вот этот немножко поярче, но все равно они безумно похожи, вот так они выглядят, очень сильно похожи, при нанесении так особенно. Не знаю, что пытался здесь сделать производитель, пытался ли он вообще делать, вот они два цвета, пытался ли он вообще сделать их как-то похожими, либо так получилось случайно. Но мне кажется, что здесь как раз смешаны вот эти две палетки. Что касается стоимости, без доставки она стоит $20. Я считаю, что это очень бюджетная цена для такой палетки, которую вы можете возить с собой как дорожную, потому что она включает в себя и блески, и румяна, и тени, и даже там есть три кисточки. Но я бы не советовала пользоваться этими кисточками, дабы не испортить впечатление вот от теней. Что касается блесков трех, которые там есть, вот так они выглядят, очень яркие, очень насыщенные. Я бы даже, наверное, не сказала, что это блески, мне больше это напоминает жидкую помаду. Вот, вы можете посмотреть, как они выглядят здесь. Вот так они три выглядят. По-моему, очень красивые такие насыщенные цвета. И в целом палетку вы можете посмотреть, ну прям вот смотрю на нее, ну вот... Вот эти вот темные оттенки, ну это Urban Decay, вот не дать не взять. Не знаю, очень классная палетка, безумно мне нравится, что еще и зеркало у нее просто вот огромное, даже вот меня там видно. Очень большое зеркало, что как бы дает возможность вам не брать с собой никакое дополнительное зеркало.
Не знаю, меня очень заинтересовала эта палетка. Я поискала еще какие-то палетки этой фирмы, но, по-моему, больше не нашла, но буду искать еще, потому что достаточно бюджетный вариант, но похоже на какие-то более дорогие бренды. Хотя я смотрела сейчас на официальном сайте Urban Decay, продаются палетки, вот эти вот как раз-таки, и это Марипоза, и остальные палетки, они продаются по $19, но, к сожалению, доставку они никуда, ни в Эстонию ко мне, ни в Россию не делают. Так что нам приходится покупать втридорога уже либо с eBay, либо еще откуда-то с Look Fantastic, в общем, со всех этих разных сайтов. Так что, девочки, вот про эту палетку, в общем-то, я хотела вам рассказать. Я надеюсь, видео было для вас полезным. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно задавайте мне их в комментариях. Как всегда, поболтаем, я отвечу. И увидимся в следующем видео. Пока!